Сегодня мы с Антошкой будем сеять петунии. Делать мы это будем в торфоперегнойные таблетки. Вот они у меня. 41 миллиметр таблетка. Я покупала их в упаковке 100 штук. Ну, это, в общем-то, не важно. Есть и 33 миллиметра. Вот эти побольше. В общем, любые. А в качестве теплички буду использовать вот такую вот коробку из-под безе, по-моему, да. И сегодня мы будем сеять только два сорта махровой петунии. Много сеять сортов не будем. Посадим только в несколько подвесных кашпо и в корзинку. Я думаю, нам этого хватит. Тем более торфоперегнойные таблетки обеспечивают 100% всхожесть. При условии, конечно, что семена хорошие, качественные. Выкладываем таблетки в эту формочку. Вот в этой коробке у меня будет 10. Соответственно, буду сажать вот такие, потому что здесь 10 семян. И вот сюда Антошка сейчас выкладывает. Сколько, Антош, ты делаешь? Тоже 10 тут. А нужно? 12. 12. Постарайся, пожалуйста, уместить. Вот, коробочка пошире. Вот 12. А вот таких петуний как раз 12 семечек. Итак, приступаем. Первым делом заливаем таблетки для набухания водой комнатной температуры. Можно даже чуть теплее. Так будет лучше. Видите, какой у меня помощник. Антош, мы что с тобой делаем-то? Петунии сажаем. Вот смотрите, семена находятся вот в такой вот колбочке. Вот так они выглядят. Я, конечно, уже много раз показывала, как их перенести на таблетку, но сейчас покажу еще раз. Лишним, я думаю, не будет. Подведу поближе, высыпаю на крышку семена. Мне потребуется обычная зубочистка и капелька воды. Вот сюда я капельку капнула в центр. Смачиваем край зубочистки и берем семечку. Видите, как она просто приклеивается к ее влажному кончику. И дальше вот таким вот образом переносим на таблетку. Укладываем сверху, не заглубляем, не прижимаем, ничем не засыпаем. Вот таким вот образом оставляем. И то же самое делаем с остальными семечками. Смачиваем зубочистку и берем. Вот, видите, как магнитик. Перекладываем. Как видите, процедура очень простая, и с этим справится даже ребенок. Да, Антон? Да. А главное, это знаете, как занимательно. Вот. Вот. Очень интересно. Развиваем мелкую моторику. Главное все сделать правильно, ничего не заглубить. Таблетки достаточно увлажнить. И петуния войдет 100%. Вот. И теперь смотрите, мы просто-напросто накрываем крышкой наши петунии и ставим на окошко. Может быть, минут на 5 в день я буду приоткрывать, проветривать, но хотя первые 3 дня я вообще их не трогаю, не подхожу, ничего не делаю. Первую неделю даже и не поливаю. Главное, чтобы яркого солнца такого палящего не было. То есть, когда вы видите конденсат на крышке, приоткрываете буквально на 5 минут и затем дальше закрываете, чтобы лишняя влага не испарялась. То есть, у них там сейчас свой микроклимат.
День пятый. Давайте посмотрим, что с семенами, с таблетками. Вот они. Проклевываются и появляются всходы. Видите? Посмотрим, что происходит со вторым сортом. Здесь ростки уже чуть больше и всходы более дружные. Сегодня восьмой день с момента посева семян петунии. И давайте оценим результат. Вот смотрите, 100% всхожесть. И давайте оценим второй сорт, где было 12 семян. Вот смотрите. Вот здесь у нас с Антошкой попало две семечки в одну лунку и проросли два росточка. Вот такой результат. Благодарю вас за внимание. Желаю вам также дружных всходов и буйного яркого цветения. Всем пока, еще увидимся.